Россия, страна винограда. В 2022 году я в оранжерее высадил саженцы винограда. А в день России, 12 июня 2023 года, я поднял растения на деревянные стойки и подвязал, чтобы они не лежали на земле, поближе к солнцу. Все 7 растений, которые я высадил, все принялись. Вот здесь немножко в тени, но я думаю, что со временем этот куст перейдет на яблоню мелба, на которой, кстати, есть яблочки. Вот они. Вот так. Вот они. И вот здесь последние, на самом солнечном месте, с запада стенка теплая, кирпичная, недостроенная. Здесь калина страдает от тли. Все листья поели. Здесь две веточки, на обоих есть растения. Лишнее я убираю. Значит, они с наклоном в эту сторону. На зиму я буду укладывать, пришпиливать скобами и засыпать листьями. Благо, крапивы хватает. Так что будем ждать через 2-3 года большой урожай винограда.